Химках провели 6-й фестиваль национальных культур «Шумбрат Подмосковья». Во Дворце культуры «Родина» выступили заслуженные артисты Республики Мордовия, творческие коллективы, а также гости из других стран. Приветственным словом к гостям обратились представители духовенства, Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, национально-культурной автономии. Тема праздника в этом году – семья. На сцене выступили семейные дуэты – Наталья и Анна Канины, Владимир и Наталья Веряскины и другие музыканты. Теплым поздравлением присоединился Евгений Стрежнев, заместитель полномочного представителя Республики Мордовия при президенте России. От постоянного представительства Республики Мордовия при президенте Российской Федерации я поздравляю вас с этим праздником и желаю всем здоровья и добра. Наряду с мордовскими артистами свое творчество представили московские межэтнические ансамбли и армянский хореографический коллектив. На открытой площадке перед Дворцом культуры развернулась ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь можно было увидеть национальные наряды, кукол в этнических костюмах, украшения, а также изделия народных умельцев и мастериц. Это ручная работа, везде все это. Дело в том, что это используем вторично наши джинсы. Вот у меня, естественно, вот такая замечательная шапочка, тоже из джинсов. Это у нас вот обыкновенные для работы в огороде. Я считаю, что женщина должна работать в огороде также в красивых вещах. Сумки сделаны очень и очень качественно. Они на подкладках. Гости праздника с удовольствием посетили ярмарку и рассказали, за что любят Дворец культуры «Родина». Наш ДК культуры – это наш родной дом. Да. Мы тут отдыхаем душой и вообще мы счастливы. Мы ходим сюда 40 лет уже. Да. «Родина» – ведущее учреждение культуры городского округа Химки. Здесь работает более 50 творческих коллективов. Ежегодно здесь проводят более 500 мероприятий, включая спектакли, концерты и мастер-классы. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.